te debo un deseo. Mucho precio te debo, ¿verdad? Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Машина такая есть? У нас просто Ленок там есть. Да, а еще раз попросим. Я не знаю, а у Юли? Она с виду на какой-то черный. Не, она темная, она не карась, ну типа как карася, только темная. А вот она загромка, да. А что у нас, что отель там называется, да? Отель для меня. Ναι, θες να φύγεις και εσύ πάνω. Είναι 3, 3 και 3. Так, пойду за Димитрионом схожу. Здравствуйте.
Но все, Диматарион на руках. 25 евро я отдал. Это сбор. Сейчас гостишку на второй этаж. А, Диматарион выдан с сегодняшнего числа, хотя я заказал с 11-го. Ну, выдан на 3 дня, но это большого значения не имеет. Потому что на 5 дней, которые мы здесь будем, вполне достаточно. Хорошо, удобно, когда гостишка рядом с выдачей. Центральная улица Уранополиса. По ней ты въезжаешь и едешь вдоль ее в сторону границы с Афоном. Вот отсюда это дорога в Салоники. То есть Уранополис — город небольшой, в нем ориентируешься быстренько, пройдя его за полчаса, час, ну, за 2 часа. Вернее, за краткие посещения, которые туда-обратно едешь, ночуешь, перекусываешь. Слева гостишка, мы не первый раз ночевали. А, вот здесь магазинчик, кстати, слева. По-моему, даже круглосуточно. Не, какой около ходили. Мы тоже ходили туда в прошлый раз. А чтобы было понятно, сейчас время здесь порядка 8 часов утра. Мы взяли помидорчиков, перчиков. Сейчас салатик сделаем. Водички. Ты говоришь? Сломаю, ну да. Здравствуй, Эгейское море.
Привет. €7 билет. Сейчас Димитрион билеты придется показать.
останавливались сейчас. Вон маршрутки стоят, одна, по-моему. Тут хиландарские в основном. Я сейчас вспомнил, эта машина-то белая, что Трекл называется. Ну, Трекл, да, там. Да. Да, смотри, поставлю все вообще все. Нет? Ну я понимаю, это из Петербурга.
Дмитрий.